мои дорогие, сегодня хочу показать вам цветочки мои. Это мой подарочек на Пасху. Вот такая вот огромная-огромная емкость из-под торта. Это мне подарили полностью, она усыпана фиалочками. Она у меня стоит уже третий день, радует глаз. Очень-очень красивые, такие милые. Конечно, я их не буду мучить долго, я их скоро высажу в клумбу. Закончатся у нас праздники. Вот. Это фиалочки уличные. Вот они домашние. Ну, они прекрасно стоят. Накопилось новостей по орхидейкам. Сейчас мы все с вами посмотрим. Да. Также мне принесли вот такой вот букетик. Боже, пахнет потрясающе. Нарциссы и гиацинты. У меня, кстати, желтых нарциссов нету в клумбе, ни на даче. Только белые. Поэтому даже такой маленький букетик для меня очень-очень приятно. Радует глаз на кухне. И очень-очень-очень пахнет. Дальше. Что хочу вам показать. Какую красоту. Расцвел мой библип. Мой шикарный губастик. Посмотрите, какая губа. У него домашнее цветение еще ажурнее, чем предыдущие. У него вот эти вот боковые лепесточки, они такие, как бабочка. Вот этот лепесточек такой, как и в прошлый раз, ну, очень-очень загнутый получился. Поэтому цветочек кажется по объему меньше, но нет, просто он загнутый. Вот так вот. Очень красивый. И с той стороны. Сейчас, может, я вам... И целая-целая веточка у нас. Классно. Красавчик. Красавчик-красавчик. Также вам хочу показать мою обновочку. Это моя проминея, солнечный лучик он называется. Вот. Желтенькая, миленькая, вся в бутонах. Я ее посадила, она у меня сидит в мхе. В такой корзинке черненькой, вот видно. Там полностью мох. И вот этот вот поддончик, в котором стоит сама корзинка, у меня тоже проложен мхом, который она собирала в лесу. И при поливе этот мох у меня начинает оживать. Вот, зазеленился. И там он весь ожил. В общем, такая классная композиция. Вот такая проминейка у меня появилась. Да. Классная. Когда распустятся цветочки, я, конечно, обязательно покажу. Значит, моя котлейка, те, которые у меня за зиму вот так вот поморщились. Она стала лучше, она не стала такой сморщенной. Выправляется у меня ситуация, а все потому что
пошли корешки, там видно. Пошел новый ростик. Есть косичка, красивая косичка. Я вспомнила, я когда пересаживала эти котлеи, новопокупные мои, когда я получила посылочку, вот, там действительно, да, были плохие корни, прелые корни. Вот. Я их пересадила, и у меня они как законсервированные стояли, ну, целую зиму. Не ходила, ничего с ними не происходило. Вот. А потом, когда уже ближе к весне, листики резко начали вять. Ну, и начали появляться новые корни. Сидят они у меня вот такой вот мелкой коре. Я думаю, что ситуация у меня исправится в скором будущем. Новые ростики я храню. Вот. Новые ростики уже адаптированы будут под мои условия. Новые корешки тоже, поэтому все будет хорошо. У моего зигопиталума появился новый рост, или это цветонос, скорее всего. Мне кажется, это цветонос. У меня зиг будет цвести домашним цветением первый раз, поэтому для меня это ново. Я еще в интернете не смотрела, как выглядит цветонос у зигопиталума. Но мне кажется, это цветонос. Потому что он идет от молодой бульбочки, вот этой вот, видите. Чувствует он себя прекрасно, хорошие листики, все ему нравится. Вот он так вот у меня выдал мне такую штуку приятную. Так, пошлите дальше. Следующий — это мой Oncidium Twinkle. Он у меня по-прежнему сидит в воде. Выглядит он классно. Просто замечательно. Действительно, растение, которому подходит водный метод выращивания. Я ему делала периодически просушки, а сейчас он у меня практически без просушек. Появляются новые корни, растут новые росты. И в целом растение выглядит очень-очень-очень здоровым. Вот сколько я наливаю водички. Вот так он у меня пьет. Вот там что-то проклевывается. Видите, постоянно-постоянно идет у него движняк. Вот какие ростики появились. Вот ростик. Там в середине еще сколько всего. Не хочу его вытаскивать. Вот. И он у меня без просушек уже. Раньше я ему делала просушку, то есть у меня водичка испарялась естественным образом, наливаю я вот столько вот. И несколько дней у меня стоит без воды, пока полностью-полностью у него даже вот эти вот чешуйки должны просохнуть. Все-все должно высохнуть, вот. Потом я доливала водичку. Наклоняю и по бортику аккуратно, чтобы на бульбочки не попадало, я наливаю, и на ростики новые, я наливаю водички ему. Вот. Проминайка меня радует. Очень-очень мило. Мху есть свет через прозрачный горшочек. Все там дышит. Они очень любят влагоемкий субстрат, поэтому я не пересаживала в кору, оставила ее в мхе. Пусть растет в мхе. Все, да, она так у меня будет расти. И дальше. Поливаю я очень-очень аккуратно, либо сбрызгиваю пульверизатором, либо тоненькой-тоненькой струечкой, чтобы у меня на донышке вот тут вот, еле-еле-еле там капельки, они стекают, потом испаряются, и за счет этого она чувствует себя отлично. Королевская орхидея у меня набирает дальше цветонос. Черная птичка растит дальше цветонос. Чувствует после пересадки на меня отлично. Очень. Реанимашка моя-то вообще. Посмотрите.
Уже там у нее столько корней появилось. Я ее поливала недавно. Она уже так уверенно сидит в горшке. Тургор отличный, корни отличные. Сколько у нас корешков у реанимашечки моей. Моя ты хорошая, моя ты девочка. Вот так вот. Вчера поливались. Правда, пыльные листики я еще не протирала. Вот. Такая реанимашечка. Уже скоро я такими темпами смотрю, что можно ее будет и пересаживать. Ну, где-то, наверное, осенью. Пока трогать, конечно, я ее не буду. Пусть заполняет корешками все пространство. Не садите реанимационные орхидеи, у которых мало корней, большие горшки. Не садите. Просто у вас они будут застопоряться в росте. Это раз. Субстрат у вас будет закисать, закисляться, застаиваться, плохо просыхать. Садите в маленькие горшочки. У вас сразу корни захотят освоить все пространство. Будет у вас интенсивный рост. Не ждите погоды, не ждите весны, не ждите чуда. Делайте с растением, чтобы сразу оно пришло в норму. Очень быстро. Я не люблю вот этих вот всяких ожиданий от чуда природы, от чуда погоды. Надо действовать сразу. Плохо себя растения чувствуют. Вот. Ого, даже сюда. Ого, ничего себе. Так вот, видите, что творится? Это реанимашечка. Так. Мои фиалочки на фитильном поливе. Очень классно пошли в рост. Сейчас вам покажу, как быстро растет мой стюарт. Очень быстро. Конечно. Посмотрите, как выправились листочки, какие стали красивые, какие они были. Вот какая ровненькая розеточка, правда удлиненная. Но это очень надо долго времени, чтобы они стали толстенькими. Но они уже это утолщаются. Вот. Вот так она была такая крученная, не оформленная. Уже. Вот красивая, как она начала приходить в себя. Фиалочки. Ну, вот это единственное мне не нравится. Попересаживаю в хороший классман. Субстрат классман. И будет все отлично. Мои садовые орхидеи. Они называются по научному трицертис. Либо лилия. Вот болотная. Но еще их называют садовыми орхидеями. У меня разные виды. Очень буду ждать, когда они зацветут. Мне очень-очень интересно. Вот. Чем-то они по цветению напоминают камбрию. Вставляю пример цветения. Вот, пошли в ростик, как хорошо. Кошечки мои там. Что еще хотела вам показать? По-моему, у меня из семян проросла азалия. Азалию, кстати, я пересадила. У меня есть видео. Пошли новые почечки. И была куча семян, и вот самосев. Вот будет у меня молодая азалия. Она насеялась и сквозь мульчу хочет растение расти. Классно, правда? Вот. Я ее обрезала после цветения, пересадила, и она у меня пошла в рост. Вот есть зеленые почечки там маленькие. Так что все хорошо. Плюс семена. Я бы знала, я бы больше их насыпала, этих семян. Что еще хочу вам показать? Какие у меня догадки?
у меня посередине образовалась вот такая вот штукенция. И я думаю, что это цветонос, потому что он идет от молодой бульбы. Это раз. Он посередине, это два. И он кругленький, это три. Вот такой вот. Потому что новые росты, они немножко другие. Знатоки по этим видео, подскажите. Цветонос у меня или не цветонос? У нас этой ночью была температура 0 градусов. Очень холодно было. Цимбидиум у меня было тут на балконе. И был выключен градусник, и я не знаю, какая температура была на балконе этой ночью. Поэтому буду надеяться, что все будет хорошо. Вот это, кстати, у меня клубничка взошла. И я ее собирала сама, семена с клубники. Как я это сделала? Я взяла понравившуюся мне клубнику, купила на базаре. Я хотела сорт ананасовую. Вот я купила эти ягоды, готовые ягоды, зрелые. Отложила самые большие, спелые, хорошие ягоды. Они мне полежали. Потом я их с водичкой взбила, чтобы у меня мякоть отделилась от косточек, от семечек. Вот, я развела в воде, она немножко постояла. Я просто на марлечку слила все семена. Вот таким образом я собрала семена из понравившегося мне сорта. И так, таким способом можно размножать клубнику. И посмотрите, сколько тут. Это я еще перековыряла. Я уже думала, она не взойдет. Вот. И со временем она у меня зашла. Вот. Какая рассада, сколько можно вырастить из семян. Это немерено можно рассады развести себе. И не покупать саженцы. Да? Саженцы сейчас в сортовой клубнике очень-очень дорогие. Вот. Поэтому классный способ. Пользуйтесь. Не засаживаю я в этом году вот эти вот мои длинные ящики. У меня уже тут столько всего, я не хочу наставлять, потому что я уже и так тут не могу развернуться. Мне уже надо, то я накрыла свою розу. Мне уже места, короче говоря, не хватает, знаете. Травка уже ваша засохла. Видите, как они ее обгрызли? Обгрызли, как газон. Я ее, видать, забыла полить, и она больше не отрастает. Надо пересеивать. Лучше свежей посеять. Она более шикарная зелень, чем... Потом она уже плохо начинает расти. Вот, кошки спят. Они любят на балконе отдыхать. Я им специально оставляю место. Конечно, для них мало места. Ну... Такие новости были по орхидейкам и цветочкам. С вами была Ирина. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео. Всем пока-пока. До новых встреч!